Так, мышка не скрипит, значит, Влад еще здесь. Я, блин, у меня мышка скрипит, ты дно. Так я знаю, что у тебя скрипит. Так почему тут Влад? Так вот он щелкает мышкой. Если мышка щелкает и не скрипит, значит это Влад. Если щелкает и скрипит, значит это Макар. О да, мой любимый Макар. Бестолковый. Я и забыл просто, играл давно. Вчера играл ведь без нас, козел. Боссы, боссы там сидел. Лавэ, лавэ. Кеш, кеш. Дебил. Ну вот нормально, да. Мы воюем, да? Сражаемся. И тут, знаете, начинается такой крик на всю площадь. Хаймана, хаймана. Ага, да. Ушел. Что за лабуда? Да ты, у тебя... У кого-то интернет говно. Она пойдет нахер. Макар тоже. Это Макар не пойдет нахер, Макар. Макар впервые пойдет. Ну спасибо. Спасибо. Откуда вы пришли? Аллах. Они с крыши прыгают к нам. Ты как хотел, ты сейчас знаешь где ты, блин, в Чечне. Они вдруг с крыши выходят. Они самолеты. Это во Вьетнаме из кротовых нор выползают. Китайцы, они маленькие, они везде пролезут сзади, чувак. Во Вьетнаме, говорит, китайцы. Они воюют за коммунизм. За вьетнамцев, да, воюют? Типа, те вьетнамцы, за жизнь. Ах ты! Я понял! Этот, кстати, солдат прикрывает при этом другого солдата. Да ёб! Это не моя вина, если. Да, ни разу. Я старался. Я ни в чём не виноват, мне поставили! Кстати, где револьвер? Кто-то подобрал мой револьвер, да? Что упало, то пропало. Оу, щит! Беги, Рома! Уу! На, разорвало соточку. Соточку мне подгони, соточку, говорю. Гопник самый настоящий. Деньги забрал, пушку забрал. А гоп в доме обороняться, чувак. Да? Там в тебя во все помещили. И снится нам не рокот космодрома. Голуби летят над нашим зоном. Ох, ё. Не совсем голуби летят, блядь. Да голуби летят. А, сучка. Бежим. Нет, нет. 50, 40, 30. Бежим. Мэндаун. Теряем бойцов. О, бежит. Назад. Вау. Арабское сальто! У тебя впереди приключений каскад. Готов, открывайся сезон! Арабское сальто! Во! Аллах Акбар! Нет! Эу! Гимбаки! А, деньги нужны! Мне даже на автомат не хватает! Деньги! Козой вперед, ёптами! Давай мы прямо с тобой, чувак. Мы тебя отомстим, короче, да? Знаете, вы так, вот вы два строите всякие диалекты, и мне реально кажется, что я играю с евреем и с гопотой. Так и да, так и ты играешь с евреем и гопотой. Подает момент, ёп! Эту кошерную не считаете ли вы так, Синьо? Ох, ё, мне кажется, пикант подпалили. Слышь, прирок, кабанов! Бросай деньги, бросай деньги! Сука! Я отжал твои бабосы и не отдам тебе твои бабосы! Понял, фрейрок? Я буду нацисты! Das Uben Freisen! О, я вижу немца! Что же мне сделать? А, убить немца? Б, сохранить свои патроны. Я даже не знаю, как мне поступить. Я пошел и просто возьму огнемет. Это я должен взять огнемет. Ты не должен взять огнемет, потому что ты не будешь тогда сжечь евреев. А евреи не хотят, чтобы ты жил. То евреи, что хачи, да, хорошо горят. Вот еще один нацист. Жгите, ублюдка, бляха. Арабская плоть. Еврейская плоть. Киська рыболов. Погибли сюда. Нет. Здесь серый Стэн, Леонард Бонапарт. И... Погибли сюда. Ааа, живи! Нет! Давай! Тащи! Прикрывай!
Это кошерно. Блин, топор! Ты что, его полететь хотел? Опаньки, опаньки, да! Да кидай! Евреи, нацисты, пшшш! 99% людей, которые посмотрят это, сойдут с ума. Пишутся. Можешь ты мне дать немного денег? Бабосы гони, бабосы сюда! Да ты просрешь тебя опять. Я говорю, бабосы гони! Короче, не нужны, все купили. Я тебе сейчас, знаешь, что куплю? Я тебе сейчас куплю подарок. Не веришь? Я тебе клянусь мамой. Ладно, пацаны, все, давайте, мне пора уходить, потом еще сыграем. Какой гонишь ты всю нахер? Сколько я не понимаю? Я тебя полностью! Гранаты сзади! Я помогу!